Следы когтей, укусы, доспехи порваны на куски. Человеческое. Второго тела не видно. Ага, чудовище летающее. Оно схватило второе тело когтями. Но, видно, не все донесло до гнезда. Ниточка за иголочкой. Здесь след обрывается, эти здоровенные птицы должно быть все сожрали. Но если тело тоже нашли раньше меня, остается просто идти на звук. Вот и гнездо, но пустое, если не считать остатков тела. Ну вот, пожалуйста, они взяли заказ первыми. Получили деньги вперед, и награда у них выше моей. Тонкая острит. Ух, интересно. Это архигрифон. Отдохни.
Ну, как там? Я избавился от чудовища. Это был Грифон. Архи-Грифон. О, я тебе благодарен. Архи-благодарен. Прошу, вот твоя награда. Постой-ка. Эта бумага тебе знакома? Это вы приняли заказ и взяли плату заранее, причем выше моей. Что я могу поделать? Без этого в коммерции никуда не денешься. Посредник получает больше всех. Получить ты можешь по морде, пройдоха. Золото, быстро! И совет на прощание. Никогда не пытайся обмануть ведьмака. Держись от меня подальше. Никто за тобой не следил? Нет. Тогда начнем. Смотри на воду внимательно. Нельзя упустить ни малейшей детали. Грайме Эдуир, Робине Гелле Авальте. Грайме Эдуир, Дайвнис Карле С. Пирхина Айтклете. Знакомое место. Бань. Дикст, она у него, в его банях. Я мог бы догадаться. Это было прошлое или будущее? Прошлое, недалекое. Надо спешить. Идем в бане. Может, еще не поздно. Пойдем. Надеюсь, что мы успеем. И что Дикстер не причинит ей вреда. Всякое может случиться. Одно неверное движение, и жертвой будет он. Ну, не знаю. Дикстер никогда не простит, что она подослала к нему убийц. А Филиппа наверняка слаба. Она все еще могущественная чародейка. Если люди Дикстера снимут с нее двемерит, она убьет их прежде, чем они успеют сказать «Ох, сука!» Должно быть, они недооценили Филиппа. Сдавайся! Это лабиринт. Ты никогда отсюда не выйдешь!
Гребаные идиоты! За ней! Мы этим займемся. Вот уж нет. Чародейка останется здесь. Мы идем вместе. И речи быть не может. Успокойся, Геральт. Я останусь. На случай, если она побежит сюда. Хорошо, я сейчас вернусь. Запретила! Зараза, сука, падла, она и на него чары наложила. Она ранена, ты знаешь? Я хочу ей помочь. Она велела не пускать. Барт не пустит. Ха. У тебя болел когда-нибудь живот? Болел. Когда Барт съел старого утопца. У нее все болит так, будто она съела 100 старых утопцев. Барт не хочет. От утопца очень болит. Пропусти меня, и я ей помогу. Барт пустит. Ведьмак поможет. Я хочу тебе помочь! Помочь, но умереть так бы не так. Я не собираюсь причинять тебе вреда. Как же! Ты меня не достанешь. Я хочу тебе помочь! Прости, но как-то не верится. Если бы я хотел тебя убить, убил бы. Чего ты хочешь? Пытать меня? Смотреть, как меня пытают? Мне нужна твоя помощь. Если ты меня обманешь... Расслабься, не собираюсь я тебя обманывать. Снаружи ждет Трис, она все тебе объяснит. Мне жаль, но эта госпожа пойдет со мной.
Дикстра, уйди с дороги, у меня нет на это времени. Против тебя я ничего не имею, Геральт. А с Филь нам есть о чем поговорить. Помнишь, как ты подослала ко мне убийц, дорогая Филь? Ты допустила ужасную ошибку. Такие вопросы надо решать лично. И сейчас я покажу тебе как. Ты ничего не будешь ей показывать, она мне нужна. Да срать я хотел. Я долго ждал этого момента. И прости, но твои планы интересуют меня, как махакамский снег. Филипп пойдет со мной и ответит за все милости, которыми меня одарила. Ты всегда умел ценить важные сведения. Поэтому я не верю, что ты можешь сказать нечто, о чем я сам не знаю. Император Нильфгарда не сумел перетянуть на свою сторону торговую корпорацию. Оппозиция взяла его за жопу? О, тогда белому пламени недолго осталось плясать на курганах врагов. Его дочь вернулась. Император хочет отречься в ее пользу. Невозможно. Целила? Это может изменить ход войны. Если только ты не ошибаешься. Мне сказал об этом сам император, так что новости с первых рук. Эмгир — лживая падла. Не в том случае, когда речь идет о будущем его дочери. Ты не представляешь, какая это важная новость. Смена правителя на императорском троне могла бы закончить войну. Вот Родовит обрадуется. Если Эмгир отступит, не останется никакой силы, способной остановить этого безумца. Особенно теперь, когда наш план не сработал. Ты правда думаешь, что у вас что-то выйдет? Родовит безумец, но не идиот. Он отлично знает, что есть множество людей, которые... Молчи. Я вас правильно понимаю? Вы хотите убить Родовида? Ну и ну, Сиги. Я поражена. Я-то думала, ты успокоился. К сожалению, как ты знаешь, Родовит заперся на своем корабле. Остерегут его так, что я не удивлюсь, если пара стражников для верности спит с ним в одной постели. Ты слишком много знаешь, Филь. И это еще один повод тебя убить. Вопрос убийства Филиппа мы уже обсудили, Дикстра, даже не думая об этом. Ситуация изменилась. Теперь она может нарушить мои планы. Ты правда думаешь, что я побегу предупреждать Родовида? Человека, который выколол мне глаза? Может, стоит выслушать Филиппу? Она, надо думать, тоже не в восторге от Родовида. Рада, что кто-то наконец додумался избавить мир от этого выродка. В гробу я видал твои похвалы. Есть только два человека, которые могут выманить Родовида с корабля. Эмгыр и я. Ты готова стать приманкой? Боюсь, Эмгыр на это не согласится. Так что... Как бы, сука, не так. Геральт, я бы не доверил ей даже яйцо вкрутую сварить. Это верно. Я не умею варить яйца. Но подумай, как поведет себя Родовит, когда услышит, что вы меня схватили? Разве он не забудет об осторожности для того, чтобы меня убить? Лично, собственными руками. Исключено. Забираю отсюда, Геральт. И то меня сейчас кондрашка хватит. А потом... Потом нам с тобой надо встретиться с нашими друзьями. Я снял склад в порту. Приходи туда. Простите, что задержалась. Пришлось повозиться со стражниками. Привет, Трис. Филиппа, ты как? Бывало и лучше. Я тебя сейчас заберу. Вы справитесь? Да. Спасибо за помощь.
Прямо сегодня утром моя Грета принесла вещи. Почему у вас такие странные глаза? Серебряными зажигами.